Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру Луны Тюнес. Ну что ж, давайте посмотрим, что у меня здесь насобиралось, наоткрывалось. Так, сундучок открываем, и выпадает нам с него, слушайте, довольно неплохой лут. Забираем. Так, что, смотрите, у нас сколько выполненных заданий, ёлки-палки. Это же очень и очень хорошо. Так, давайте-ка мы пока еще один сундучок с вами установим в банк. Давайте его назначим. Ну и, естественно, выставим охрану. Так, так, давайте мы с вами поставим Пиги. Он у нас будет как хилер. Ну и курицу назначаем. Отлично. Банни тоже тут выполнил задание. Но это еще не все. У нас Пепе шикарно довольно-таки лутануло нам. Ну и вроде бы как все, да? По заданиям мы определились. Но теперь я еще раз назначу им те же самые задания. Пускай Сильвестр собирает дрова. Определяет сезон охоты Элмор у нас. Так, Даффи, ты тоже иди, наверное, чисти скульптуры. Так, Фогорн, иди зажигай костер, бойскаут ты наш. А, смотрите-ка, Пиги тоже у нас выполнил задание и, естественно, пойдет печь пирог. И преследовать клиентов мы отправляем нашего Сильвестра-фотографа. Кстати, я еще могу задать одно задание. Так, надо только найти кому. Давайте, наверное, Банни. Да, пускай он сажает морковку. Ну все, вроде бы распределились. Теперь мы с вами можем кого-то прапать, ребята. Вот только кого? Очень вопрос интересный. По идее, нам бы пригодился Элмор, да? У него следующий скилл — метка охотника. Давайте, наверное, с вами так и поступим. Вызывает у врага снижение защиты на 10%. Ну что же, и я думаю, мы можем с вами поднять ему уровень. До 10 мы сделаем, ну, по крайней мере, попытаемся. Хватит, надеюсь, у меня этих пробирочек. Сейчас мы с вами это все увидим. Так, 9. Ну, давайте вот эти вот маленькие еще потратим. Ну, давай, еще немножечко, а. Все, 10. И улучшаем. Отлично. Все, Элмор у нас стал 10 уровня. Так, забираем здесь задания. Все, что выполнили с вами. Так, у меня 80. Ух ты, 101 кристалл, ребят, это хорошо. Это означает, что я могу пойти сейчас на арену, подраться, один ящик поставить, естественно, в банк. Ну а другой смогу открыть. И начнем мы, пожалуй, вот с этого. Довольно интересный вот этот код. Я хочу посмотреть, что он из себя представляет. Так, давайте сделаем так. Так, возьмем нашего свинку и, наверное, Даффи. Ну да, думаю, должны справиться. Почему, ребята, не было долго выпусков по этой игре, я могу вам ответить. Во-первых, у них на сервере были какие-то ошибки. Во-вторых, потом, когда игра уже запустилась, у них начались проблемы с открыванием сундуков. То бишь, я открываю сундук, игра зависает. И приходилось заходить заново в игру. Соответственно, тот сундук, который я заработал, он исчезал. И, соответственно, игра теряла весь смысл. Не знаю, ребята, сейчас мы посмотрим, исправили ли они эту ошибку. Я поставил как раз сундучок. Ну, сейчас мы с вами его заработаем. И посмотрим, если ли игра опять же будет зависать. Тогда придется опять на недолго ее отложить. Так, отлично, ну, Сильвестра-то мне надо как-то, ребята... Ух ты! Не успею, наверное, хотя, нет, ребята, должен успеть. Все, отлично. Так, делаем... Да хватит тебе уже! Давайте мы делаем, ребят, с вами провокацию. Пускай они атакуют курицу у меня, потому что Сильвестр вообще практически на пределе. Так,
Бани надо уничтожить. Ну хватит, хватит уже стрелять. Так, давайте добиваем бани. Чё, еще жив? Ёлки ты палки. Ну что ж, придется тратить на него плетку. Никуда не деться. Ну, так, отлично. Они атакуют у меня Фогарта. Ну, а Фогарт в это время будет атаковать псину. Давай, Даффи. Добили, отлично. Ну и теперь остался у нас только лишь охотник, который получает порку. Да успокойся, опять масуха. Нет-нет, Сильвестр выживает, и это хорошо. Это означает, ребят, что мы получаем с вами сундук. Ну, а сейчас будем смотреть, зависнет или нет. Смотрите-ка, не зависло. А, да, ребята, вот, кстати, на этом сундучке и не зависало. Зависало обычно на черных и на других. Давайте назначать его в банк. Так, выставим охрану. Давайте вот так вот и пепе. Так, пускай защищают. Ну, а мы с вами сейчас будем крутить рулеточку, естественно. Ой, подожди, подожди, не то немножко я сделал. Конечно же, вот это. Ну и... Давай, ах ты, думал золотая, но не тут-то было. Давайте еще раз крутанем. Вот, вот это другой разговор. Ух ты. Ёлки-палки, одной карты не хватило, и мы бы с вами улучшили бы нашего Сильвестра. Ну, что ж, в принципе, тоже неплохо, я считаю. И продолжаем, ребят, продолжаем с вами играть. Я вот думаю только, знаете, о чем? Может быть, нам... Да, пойдемте еще разочек подеремся. И выберем, пожалуй... Блин, если честно, это очень рискованно, вот выбирать вот эти вот сундуки. Но зависало на черном раньше. Давайте попробуем... ну, даже не знаю. Давайте вот с этого. Хорошо, попробуем. Хотелось бы, конечно, что все прошло отлично. И, как говорится, игра была исправлена. Но здесь такой нюанс, ребята, что если в любой момент они обновят игру, тут нет никакой привязки к аккаунту, потому что игра в нашей стране недоступна. Вот. Как говорится, если они обновят, то все мои достижения просто-напросто в одночасье сгорят. Так, смотри, Сильвестр тоже вытворяет, а? Вот гаденыш. Ну, Элмор у меня парень крепкий, поэтому выдержал удар быка. Ну, теперь Даффи снижает всем скорость. Ну что ж, довольно неплохо мы идем, ребята. Давайте Даффи с сундуком огреем. Так, следующего, наверное, мы сделаем бани. Ух ты, у меня же метка охотника, ребята. Это означает, что у них на 10%, у всех причем, снижена защита. Это, оказывается, пассивный скилл. Я очень этому рад. Теперь нам будет еще проще разбирать своих врагов. Как говорится, своих собратьев мультяшек. Да, я и смотрю, что-то мы как-то больно легко их так разбираем. Что, Элмор? Все, взгрустнул. Ну, а сейчас, ребят, смотрим, что будет с сундуком. Ёлки-палки, да неужели? Неужели они исправили все, а? Ух, тогда мы будем с вами открывать. Ну и, естественно, продолжение мультиков, точнее, вот этой игры, будет не за горами. Так что, кто любил смотреть именно эту серию, как говорится, для вас хорошая новость. Ну что ж, давайте крутанем рулеточку. Эх ты, елки-палки, чуть-чуть. О, ребята, у нас бойскаут получит сейчас звезду. Ну что ж такое. Так, и там, наверное, придется нам очень много до следующего апа. Эх ты. Думал, сейчас на золотую монетку попадет, но не тут-то было. Ну что же, меня это радует, ребята, очень хорошо. Смотрите, мы с вами можем... Так, у нас бойскаут получает однозначно звезду. Так, подождите, немножко не так я делаю, по-моему. Он у нас... А, он у нас ранг повышает, да. Вот, повысили мы ему ранг.
И я думаю, что есть смысл его прокачать маленько, да? У него сейчас в данный момент 7-й уровень будет. И на 10-й, наверное, не хватит у нас, ребят, пробирок. Сейчас мы посмотрим, я все даже, может быть, потрачу. Нет, дай бог на 9-й только мы дойдем. Да. Чуть-чуть буквально не хватает. Совсем немножечко. Ладно, давайте повышать. Ой, что же я сделал-то? Не то, ребят, не то. Конечно же, не то я сделал. Вот так это надо было сделать. Ладно, давайте обратно ему вольем пробирочки. Так, ну, там маленький не особо роли сыграет, поэтому так вот сделаем. Пускай он у нас будет пока 7 уровня. Так, отлично. И смотрите-ка, я могу повысить нашего свинчика. Обязательно. Изящная свинка имеет шанс 50% на один ход повысить скорость случайному союзнику на 20 при каждом исцелении персонажа. Слушайте, довольно неплохо, да? Это опять же, ребят, пассивный скилл. Он сам по себе будет активироваться. Смотрите, праздничный торт. Применяет серьезное исцеление ко всей команде. Это у нас будет на 4-й эволюции. И надо будет всего лишь 16 вот этих гидрантов. Да, 16 это довольно немало. Так, и давайте мы с вами. Хотя нет, он у нас 10 уровня, повышать мы его уже не можем. Так, отлично, да? Эти у нас все ребята делают задания пока. Свободных у меня очков нету. Ну что ж, давайте пойдемте снова на ринг. Кого будем выбирать? Я даже не знаю, ребят. Ну, давайте попробуем с вами. Давайте вот этого вот. Почему бы и нет? Так, набираем свою команду. У меня команда уже очень, кстати, хороша. Очень много трехзвездочных. И это прекрасно, ребят. Это очень прекрасно. Так, ну что, в бой? Попробуем одолеть, как говорится. Так, ну что там у нас, подготовка прошла. Так, давайте, наверное, с вами мы... С кого бы начать-то? Ну, давайте... Я даже не знаю. Даффи. Давайте с Даффи. Он стопудово будет нам замедлять скорость, а это нам не нужно. Причем довольно неплохой урон он получает. Так, замедляем их всех. Ха-ха, Даффи проиграл. Ну, а теперь мы с вами давайте атаковать, наверное, Пигги. Вот так тебе. Ага, снижение защиты он сделал. Слушайте, довольно неплохо. Ого. Так, ладно, делаем провокацию. Так, а теперь надо нам с вами... Я даже не знаю, кого атаковать. Ну, давайте Пигги. Ага, Пигги, я на него не переключился. Ладно. А, у нас же провокация на петухе. Все, все понятно теперь, ребята. Почему я не атаковал Пигги этого? Тихо, тихо, успокойся, родной. Ну что, наверное, мы сейчас его плеткой добьем все-таки. Да, добили. И теперь остался у нас только лишь пес. Ну, я думаю, что ему уже тоже крышка. Ха-ха. Чистая победа, ребята, на 3 звезды. Фу, я каждый раз с замиранием сердца смотрю, когда вот эти 3 звезды открываются. Потому что в прошлый раз у меня вот просто, когда 3 звезды загорались, зависало все. И я ничего не мог делать. Поэтому долго и не снимал эту игру. Ладно, выбрасываем. Потому что у меня... Нету для него места, для этого сундучка. И, кстати, очень и очень жаль мне это было делать. Ну, а мы крутим с вами очередной раз рулеточку. Ну, ах ты, ёлки-палки. Ну, почему Даффи, а? Так, давайте еще разок. Ну, о, вот это другой разговор. Так. На Фогарта у нас выпала монетка. Ну, опять на Даффи. Так, слушайте, а интересно, а вот как вот мне открыть, например, вот эти вот... Слушайте, а я, может быть, мог их крутить? Просто я кручу постоянно вот это. Может быть, и здесь можно было?
Ёлки-палки, а. Так, сейчас мы это с вами проверим. Мы это сейчас обязательно проверим. Тут задание выполнили. 29 алмазиков, довольно неплохо. Так, ну что ж, давайте тогда еще разочек сходим с вами на ареночку, подеремся. Ну-ка, давайте возьмем вот этого вот. Так, возьмем Даффи, Сильвестра, Фогарта и Пигги. В бой. Думаю, сейчас мы с ними справимся. И, ребята, я попробую покрутить все-таки другую рулетку. Не знаю, дадут мне шансы или нет. Да, по идее, должны. Тут же не какие-то там... Так, кого будем, а, ребят? Давайте, наверное, Даффи начнем с вами бомбить. На, получи. И... Ой, елки-палки, нет, я же хотел сделать эту... Гипноз. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень и очень прискорбно получилось. Ну давай, получи тогда. Так, викошет делает у нас Элмер. На кого? Ага, на Пигги. Ладно, у Пигги... Да успокойся ты. Ах ты, из-под тишка-то как ты все это делаешь. Слушайте, очень опасная ситуация. Смотрите, он даже немножко припух, один глаз прищурил. Так, делаем провокацию на Фогарте. Пускай лучше они его атакуют. Он у нас жирный, толстый, более-менее устойчив к атакам. Так что и давайте загипнотизируем их всех. Пускай у них будет медленная атака. Все, снижение скорости. И подхилимся, ребята. Конечно же, будем подхиливаться обязательно. Так, ну что, Элмор, пора тебе плеточкой. Такое лицо делает, когда на него начинаешь выводить его целью. Все, взгрустнул. Так, ну и что, осталась у нас только лишь курица. Опа, что это такое? Ох, ты еще и бейсболист у нас, оказывается. Ну тогда получи. Все, дометался шариками своими. Так, 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 ну. Фух, прокатило, ребят, прокатило. Продолжаем. Так, придется или откроем? Смогу открыть? Нет, не смогу, ребята. Придется выбрасывать его. Хотя я могу здесь, наверное, открыть, да? Тоже не могу, не хватает у меня, ребят, кристаллов. Жаль, очень жаль. Уже три кристалла. Ой, три сундука я выкинул. Ну что ж, давайте попробуем крутануть. Да-да, ребят, смотрите, получается у меня. Я могу и здесь вполне крутить. Чё ж я раньше этого не делал, а? Так, пипе. Этих же персонажей тоже нужно и открывать, и улучшать. Ух ты, а вот этого у меня еще нету, ребята. Значит, здесь выпадает у нас пес. Опять пипе. Ну что же. Думаю, есть смысл еще сходить и повоевать. Да, ребята, еще повоевать. Я уж больно хочу какого-то нового персонажа. Прям аж сил нет, как хочется. Давайте попробуем, наверное... Давайте вот этого. Да, я знаю, что мы с ними дрались, но, как видите, они не по меня. Что такое? А почему я не могу взять Фогарта, интересно мне знать. Смотрите. Фогарт? А, Фогарт у меня стоит. Фу ты, елки-палки. Что ж я глуплю-то так, а? Давайте такой комбинацией пойдем и посмотрим, что у нас получится. Ну, я думаю, что должны справиться без проблем. Единственное, что у меня нету подхила на этот раз. Хотя нет, есть, взял я с собой Пигги. Ну, вот это вот надо в первую очередь. Сильвестр индеец. Слушайте, довольно неплохо, 480 нокаутировал. Давайте вот так ему огреем. Два раза. Ага, Банни тут начинает взрывчаткой баловаться. Ладно, хорошо. Раз ты так... Не, все-таки хорошо, что у меня есть Фогарт. Он самый такой у меня на данный момент сильный танк. Он у нас может выдерживать удары. Причем довольно серьезные. Ну-ка, давайте-ка мы охотника вот так вот сделаем. Стоит. Вот так тебе. 330, довольно неплохо. Что? Опять массовым ударом, а, ребят, смотрите.
Все у них завязано на динамите. А ну-ка, получи. Опа-на, и готов он. Так, теперь возьмемся за собаку. Давайте плеточка его. Так, шикарно. Так, он жарит Фогарта мне своим лазером. На. И остался у нас Банни. Ну, Банни оказался покрепче. Ладно, получи. Все, ребят, победа наша. Мы получаем сундук, ну, естественно, его мы выкинем. А... хотя, посмотрим сейчас, за сколько он будет открываться. Меня больше сейчас интересуют эти билетики для рулетки, если честно. Так, давайте крутить, обязательно, вращаем. Ах ты, ну он, кстати, тоже, порки нам тоже нужен. Нам надо его прапывать. Так, пипе. И почему не знак вопроса, а? Опять порки. Ладно. А за что я могу у вас купить билет, интересно? Ух ты, нифига, посмотрите. Ну, такие ценники, конечно, уж очень-очень дорогие. Мне не потянуть. Так, еще я выполнил задание. Но теперь, ребята, уж точно хватит нам открыть сундучок. Какой-нибудь за 50-30 жетонов, так скажем. Ну что ж, давайте тогда еще один очередной бой сделаем. Так. Ух ты, смотрите. А почему, интересно, Банни здесь синий? Это, видимо, из какой-то... Ой, а почему такие слабенькие-то пошли? Хе-хе-хе, вообще двое тут находятся. Так, ну что ж, давайте туда, наверное, вот этих вот двоих по-быстренькому разберем. Сундук тут будет слабенький, мы его сможем открыть, естественно, за кристаллы. Причем без проблем. Ну и, естественно, дроп там, конечно, будет очень и очень слабенький. Ну, двоих-то, конечно, он погорячился, выставил. Не знаю, почему он так сделал. Может быть, не хватило просто персонажей? На, получи. Потому что назвать его новеньким игрочком я не могу. Потому что у него уже, извините меня, Сильвестр бойскаут. А его нужно тоже заработать. Победа за нами. Нет. Только не это, ребят. Ну... вот, в принципе, о чем я вам и говорил. Ну что же, придется перезаходить в игру. Видите, все-таки остался вот этот небольшой баг. Ладно, не уходите далеко. Сейчас продолжим. Ну что, ребята, вы видели, да, приблизительно, как это все выходит с сундуками. Вот почему, в принципе, ну сейчас это в первый раз было, а раньше это было после каждого сундука. Ладно, давайте попробуем еще разок в бой с вами. Значит, теперь у них зависает на черных, да? Давайте попробуем вот здесь тогда подраться. Ну, если опять зависнет, ребята, ну, тогда уж извините, я буду завершать серию и попробуем тогда с вами в следующий раз. Ну, будем надеяться, что все пройдет удачно. Так. Подготавливаются там у меня бойцы. Ну что ж, давайте приступим. Надо в первую очередь убирать Сильвестра. Уж поверьте мне, он очень крут. Оу, ну хорошо, хоть плеткой. Так, надо его истреблять. Давайте вот так вот сделаем. Да ты что, даже не успели добить? Вот это новости. Да ладно, хорош, успокойся. Будет травить нас, а? Ты посмотри. Да? Отравил. И еще и замедлил. Эх, ты партизан, а? Ладно, мы тогда сейчас с вами что сделаем? Блин, ребята, блинский, у меня нет, оказывается, подхила, я не взял с собой... А он взял с собой свинью. Черт подери, ведь стопудово сейчас будут атаковать Банни. Вот как пить дать? Я вам говорю, у меня даже Фогарта нет с собой, да что ж я взял-то команду такую себе, а? Ой-ой-ой-ой-ой, Сильвестр... практически все, уже готов. Нет, ребят, здесь, по ходу дела, мы с вами проиграем. Да.
как видите, причем довольно легко нас разбирает. Ай, поспешил я, конечно, поспешил. Надо было взять Фогарта все-таки с собой. И Пигги, свинку. Да, не получаем мы. Оу, ес, ребята. Ничего себе, эта штука, открыта ферма. 5 карточек медали какой-то курицы. А, ну-ка давайте глянем. Ну, продолжаем. Главное, что я получил уровень, ребята. Вот что самое замечательное. Ух ты, новый персонаж, что ли, у меня? Да-да-да-да, ребят, смотрите. И это у нас Фогарт Легарн. А, смотрите, выведение из строя. Хвастовство. Это у нас какой-то типа спортивный петух. Ну что ж, давайте его активировать. Красавец. Ты-ди-ди-ди. Да, дубинки-то опять у тебя нету. Ну что ж, ладно, там должна быть, наверное, не дубинка, а, скорее всего, бейсбольная бита, раз он тут у нас бейсболист. И пишет про него что? Сильный защитник, защищает свою команду от врагов, особенно если у товарищей низкое здоровье. Отлично! Я очень рад, что у нас появился еще один такой персонаж сильный. Так, и что у нас здесь? Смотрите-ка. Ух ты, мы можем с вами... А что мы можем с вами? Я что-то не пойму. Погодите, вот, ферма. Опачки. Неплохо. Для него дали домик. Ух ты, это новая локация, что ли? Да, ребята, нам открыли новую локу, представляете? Ха-ха. Шикандос. Блин, вот это прикольно, ребят. Теперь у нас появилась с вами ферма открытая. Четко все. Так, забираем здесь ревард. Так, что у нас тут? Блин, один, правда, билетик. Ну, давайте его использовать. Опа-на, нам, кстати, еще и здесь открылось. Ребята, я поздравляю, у нас открылась новая рулетка. Называется ферма. Я этому очень рад. Ну что ж, ребята, тогда давайте мы, наверное, на этом с вами закончим мой выпуск. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. И, конечно же, хотелось бы, чтобы они исправили этот глюк с сундучками. В общем, всем пока и до скорых встреч.